На сегодняшний день служба является надежным гарантом обеспечения исполнения судебных решений, принимаемых именем Республики Абхазия. И действительно, в чем же смысл любого решения, если нет действенных механизмов его реализации? Служба является гарантом реализации судебной защиты прав и законных интересов человека и гражданина. Именно гарантом реализации. Ведь известно, в споре двух один, вероятнее всего, будет не согласен с решением. А реализация законного интереса другого, заключающегося в судебном решении, вероятно, должна быть кем-то исполнена. От деятельности службы зависит поддержание законности и экономического благополучия Республики Абхазия. И наиболее важно, на наш взгляд, это поддержание неотвратимости реализации юридической ответственности. Все это становится возможным благодаря профессиональной работе квалифицированных специалистов, сотрудников службы судебных исполнителей Министерства юстиции, опирающихся в своей деятельности на нормы законодательства Республики Абхазия. Да, действительно, время становления всегда не самое простое, а служба судебных исполнителей находится именно на стадии своего становления. Совершенствуется нормативная база, совершенствуется опыт и компетенция сотрудников, появляются новые профессиональные традиции. И при всех сложностях судебные исполнители стойко несут гражданскую службу, порой наталкиваясь на негражданское, а вполне военизированное сопротивление с автоматами и гранатами. Нам, безусловно, есть куда стремиться, и мы не намерены сворачивать с намеченного пути. Юнески вибит шуксазам, майя казам, аусбартат нагзевитуар мадзура, аусура хацнаркай. Хазнесас хушекса, акрыстаскуа, аамтан, анагзевитуар мадзура, мчим харлапи, анагзерезду мадзурак, ахасабала ашекургларазу. Арташекспа, азгватан, ичицу, ацакой, ихаяха, ицверцуас, ауадуэрекой, иридхуло, аздаракой, иридзбарала. Аустбартат нагзевитуа рмадзура ачапха, ивгалу ацаква, рынок зарача, айх зараква аанарпшойт. Кучарала аусура мепнагойт. А коллектив валахулатва и адарпшо, заанат хазарат бзнейшей, а принципры, а яшарей, русура так пхокрала, а захазаша и рбзурана. А коллектив зиги, ари амшнуха, шуднухалазай. И табуб шнабанцаква рынок зараан, я шурпшо, я хареку профессионал, ведзеракой, ацабргрей, ламыстскила, азакван, ацнагурерзе. Служба судебных исполнителей является структурным подразделением Министерства юстиции Республики Абхазия, состоящее из центрального аппарата и трех территориальных отделений города Сухум, Сухумского, Гулрыбского районов, Ачимчирского, Хварчалского, Игалского районов, Гагарского и Гудаутского районов. Служба судебных исполнителей осуществляет следующие полномочия. Осуществление исполнительного производства по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Применение мер принудительного исполнения и иных мер на основании соответствующего исполнительного документа. Проведение оценки, хранение, реализация арестованного имущества. Розыск должника, его имущества, розыск ребенка, в том числе во взаимодействии с органами и организациями в соответствии с их компетенцией, организует прием граждан, обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение устных письменных обращений с уведомлением граждан о принятом решении, установленном законодательством Республики Абхазия срок, организует работу по информированию населения о деятельности службы судебных исполнителей, осуществляет иные полномочия, установленные в сфере деятельности в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Первые самостоятельные шаги давали службе непросто. Кроме большого количества исполнительных документов, поступивших на исполнение, их было около 3000. На тот момент служба судебных исполнителей столкнулась с множеством трудностей, связанных с недостатком законодательного регулирования вопросов исполнительного производства,
слабой, практически несуществующей нормативно-правовой базы в условиях отсутствия квалифицированных кадров. С серьезной проблемой в процессе исполнения судебных актов и актов других органов и должностных лиц стало отсутствие возможности применения на практике наиболее действенных норм законодательства об исполнительном производстве, обеспечивающих реальное и своевременное исполнение требований исполнительных документов, как обращение взыскания на имущество должника путем принудительной реализации формы аукциона, так и продажи арестованного имущества без проведения торгов, установление запрета на выезд из Республики Абхазии на основании статьи 69 законодательства об исполнительном производстве. Оказалось неприменимо для судебных исполнителей отдельная глава вышеназванного закона, определяющая условия и порядок исполнения требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительных документах. Все это на первоначальном этапе деятельности службы практически ограничивало полномочия судебных исполнителей по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц. В связи с этим приоритетными задачами службы в отчетном периоде, кроме основного фактического исполнения требований исполнительных документов, являлось построение самой системы исполнительного производства, принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц. За прошедшие 5 лет удалось разрешить часть проблем, заполнить ряд пробелов в правовом регулировании исполнения и выйти на новый уровень. По случаю празднования 5-летия начала деятельности службы хотелось бы подвести некоторые итоги и отметить достижения судебных исполнителей. В отчетном периоде деятельность службы судебных исполнителей Министерства юстиции направлена на фактическое исполнение требований исполнительных документов и взыскание денежных средств обеспечивалась за счет реализации судебным исполнителям полномочий по обращению взыскания на доходы должников, списание денежных средств со счетов, установление запрета на распоряжение принадлежащим должникам недвижимого имущества, автотранспортных средств, в основном за счет запрета на совершение в отношении них регистрационных действий, установление временного ограничения на пользование должником специальным правом на основании статьи 69 Закона об исполнительном производстве и ограничения на выдачу загранпаспортов в соответствии с законодательством о порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия. Согласно отчетам о проделанной работе территориальными отделениями за указанный период из судов общей юрисдикции, арбитражного суда Республики Абхазия, кредитных и иных организаций, а также физических лиц, службу судебных исполнителей на исполнение поступило 5945 исполнительных документов на общую сумму 1 736 160 714 рублей. В валюте 5 784 925 долларов США и 9 475 евро. Адзбарат Нагзавичар Мадзура коллектив, Абснагюнткара закон царак нукварала, а на панцаквак чарала и на нагзойт. А хюнткара чапха иккулу и чуцва ус нагзатква рыцбара и шасхьоги анаркшойт. А хюнткари атула вайрзинкуй, законла и рымур тахракуй рыхчара, Адзбарат актква рынок цара алршара язку, Адзбарат Нагзавичар усура ятахоп ахамейгдзара, а так бхукра ахямцара агвахра. Агурахгойт, еще муапыши, а кадр толшари рыбзаураны, а мадзаура усуракны, и цирцу аводайрахуа риайра шфилшу. И табуб харахар сахтахуб, абснахюнткара юстиция министра Адзбарат Нагзавичар мадзаура усуча, и хайвса зашук скорзы имя пыргаз аусуразы, и рзих яхшойт айхдзарахуа рнапызлаку аускоркны, абсныжла резара парламент айхабы, аш балашан гзарипа. От имени председателя, судей Конституционного суда Республики Абхазия и лично от себя поздравляем вас с профессиональным праздником, с 5-летием со дня образования службы судебных исполнителей Республики Абхазия. С момента создания службы вы несете важную государственную задачу, направленную на развитие и укрепление государственности. От вашей сложной и необходимой обществу работы зависит спокойствие граждан,
а реализация государственной политики в сфере обеспечения установленного порядка деятельности Конституционного суда Республики Абхазия означает защиту законных прав и интересов граждан. Ваша работа требует компетентности и принципиальности, а умение сотрудников адекватно сочетать беспристрастное выполнение своих должностных обязанностей с профессионализмом, гуманностью и терпимостью – это достойно уважения. Искренне желаем всего коллективу крепкого здоровья, стойкости и успехов в серьезной работе. И, если возможно, подарок. Уважаемый Зураб Григорьевич, уважаемый Анри Львович, уважаемые работники службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия. Я от себя лично, от всего коллектива арбитражного суда искренне поздравляю вас с пятилетием образования службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия. Создание службы судебных исполнителей создало реальные гарантии и действенный механизм исполнения судебных решений, что является важным условием существования правового государства. Ваша служба вносит значительный вклад в поддержание стабильности и обеспечение правопорядка в стране, укрепление законности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Выражаю вам и всем работникам службы судебных исполнителей признательность за всестороннее и эффективное сотрудничество с арбитражным судом Республики Абхазия. Глубоко уважая и высоко оценивая вашу деятельность, в этот праздничный день выражаю благодарность каждому сотруднику службы судебных исполнителей за верность профессии и за добросовестный труд. Искренне желаю вам и всему вашему дружному профессиональному коллективу доброго здоровья, материального благополучия, успехов в работе и новых свершений. Шибзе Хатырску Аюшу. Уважаемый Зураб Григорьевич, позвольте поздравить вас и весь коллектив с пятилетием со дня образования службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия. Бесспорно, что из года в год вы, повышая свой профессиональный уровень, ответственно и принципиально относясь к своей работе по защите государственных интересов и конституционных прав граждан и организаций, внесли весомый вклад в реализацию поставленных перед службой задач. Тем самым вы способствуете укреплению веры в государство и силу закона, поддерживаете заслуженный авторитет вашей организации и Министерства юстиции Республики Абхазия. За прошедшие 5 лет службы была проведена значимая работа по созданию благоприятных условий для обеспечения открытости и прозрачности правосудия в нашей стране. Уверен, что высокие профессиональные качества, принципиальность, верность своему служебному долгу будут и впредь оставаться главными принципами в вашей деятельности, залогом успешного решения стоящих перед вами задач. В день юбилея искренне желаю вам и всему коллективу службы дальнейших профессиональных успехов в важном деле обеспечения деятельности судебной системы во имя торжества закона и справедливости. Уже практически больше года я, находясь на должности министра по налогам и сборам, активно сотрудничаю с службой судебных исполнителей. И, честно говоря, даже есть чем похвастаться. Могу назвать следующие цифры. С момента открытия службы с 2017 года по май 2021 года налоговых задолженностей было возвращено через службу порядка 14,5 миллиона рублей. Но благодаря нашей слаженной, так скажем, совместной работе и определенным решениям, которые были очень оперативно достигнуты в рамках совместной работы, уже за 2021 год мы показали результат
под 15 миллионов за 2021 год. Ну и за 4 прошедших месяца 2022 года у нас от службы судебных исполнителей поступило 9 миллионов рублей. Это говорит о том, что работа службы повышается, эффективность работы повышается. На самом деле мы делаем одно общее дело, мы защищаем интересы государства. Очень хочется, чтобы люди, которые совершают определенные шаги и остаются должны государству, понимали, что рано или поздно обязательно государство в лице службы судебных исполнителей обязательно заставит вернуть то, что положено вернуть. Ну, на мой взгляд, это наряду с достаточно эффективным инструментом для влияния на решения, принимаемые другими органами, это еще и хорошие меры защиты, в том числе и для пополнения государственного бюджета. Сегодня здесь много цифр было сказано, я, наверное, обобщу. Все, о чем говорилось в цифрах, это все поступает в бюджет. Вот это очень хорошо. Вот, но здесь, конечно, наверняка анализ службой проводится и другими органами, в зависимости от того, в каких случаях это эффективно, в каких случаях это надо работать на сдерживание. Здесь нам видится, что перспективы у службы в этой деятельности достаточно большие. На самом деле, с Зурабом Георгиевичем мы очень плодотворно работаем, плотно работаем. Мне, как человек, который последний раз, когда работал на территории Абхазии, этой службы не было, и сегодня она уже набрала такие обороты, очень приятно. Мы все присутствующие однозначно понимаем, что без реализации этой службы своих прямых обязанностей невозможно, наверное, правосудие довести до какого-либо цели. Мы вам благодарны, мы благодарны всей вашей команде, которая сегодня, мы понимаем, как в Абхазии трудно вам доводить до конца те цели, которые поставлены, сложно с нашим народом, но это, я думаю, стереотипы скоро изменятся благодаря вам. И люди будут понимать, что рано или поздно надо будет отвечать перед государством и по закону, и в том числе, наверное, делиться не на имуществом, которое было незаконно приобретено. Приказом министра юстиции Республики Абхазия от 12 апреля 2022 года по представлению руководителя службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия присвоить очередные классные чины юстиции следующим работникам службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия. Очередной классный чин юстиции работнику службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия Сакане Виктории Сергеевне, старшему судебному исполнителю территориального отделения города Сухум Сухумского Глобовского района, юрист первого класса.